Свидетелями необычного происшествия стали несколько жителей Владивостока. Прямо в центре города большая змея заползла в припаркованный автомобиль. Инцидент произошел напротив железнодорожного вокзала, около второго дома по улице Первой Морской. Работница одного из учреждений, расположенных в этом здании, убирая мусор с крыльца, заметила, что со стороны подворотни на тротуар выползла большая черная змея. После этого рептилия, видимо, испугавшись яркого света, тут же скрылась под одной из припаркованных рядом машин. Ну, я выносила мусор, и вот здесь вот ползет змейка, вот здесь вот так вот. Прямо потом туда проползла, а потом повернулась и сюда в машину. Понятно. А змея большая была? Ну, вот такая вот где-то. А не знаете, вид там ядовитая, нет? Я не знаю, ядовитая она или нет. Понятно. А как вы думаете, представляет она опасность для людей? Кто не знает вид змей, тот может испугаться. Недолго думая, женщина позвала на помощь. Подоспевшие на ее призыв очевидцы принялись выяснять, опасна ли эта рептилия для окружающих и как ее достать из-под автомобиля. Попытка вызвать по телефону Змеилова успехом не увенчалась. Оказалось, что подобных служб в городе очень мало, и единственный специалист, к которому удалось дозвониться, находился в этот момент за городом. Он сообщил, что сможет прибыть на место происшествия и поймать рептилию только через несколько часов. В этот момент амурский полос сам выполз из-под машины и дал себя поймать. После этого сердобольные граждане, больше беспокоясь за безопасность змеи, нежели за собственную, вывезли ее в пригород, где и отпустили на волю.